Всем доброе утро. Я уже успела позаниматься. У меня тренировка была с 9 утра. И сейчас я хочу сделать чуть-чуть планку. Вот, но суть в том, что мне нужна ваша поддержка. Мне нужно, чтобы кто-то засек время. И я хочу сделать планку 5 минут. Вот, поэтому мне нужна ваша моральная поддержка. О боже, я вся мокрая, у меня просто все волосы мокрые. Я сегодня проснулась в 7 утра, вот, чтобы прийти на тренировку в свой любимый класс, к любимому тренеру, вот. Мне просто все, можно сказать, голову помыло. Итак, я хочу сейчас сделать планку, кто присоединился. Так что, да, давайте, поддержите меня. Сейчас. Так. Ну что, может кто-нибудь засечь время, потому что у меня сейчас нет часов, нет секундомера. И просто мне пишите тогда, сколько прошло время. Ну что, сейчас начинаем. 1, 2, 3. Поехали. Пожалуйста, напишите, что кто-то засек время, потому что я не могу контролировать. О, пожалуйста, поставьте мне сердечки. Итак, вы мне можете что-нибудь написать, задавать вопросы. Знаете, как проводит Кэти Грант, кажется, в своем инстаграме вот этот вот челлендж, марафон. И там все звезды стоят в планке и отвечают на вопросы. Давайте я так подальше отодвинусь, чтобы вы видели мое лицо. Мое красное лицо. Обычно я делаю планку в динамике, то есть выполняю какие-либо еще упражнения, например, скручивания боковые, либо же стою, допустим, на одной стороне или на другой, либо делаю какие-то прыжки, вот такие. Ну ладно, сегодня будет статика. Так, сколько времени? А, спасибо, Ром. Спасибо большое. Подвинусь я вперед. Спасибо.
Блин, у меня просто мокрые волосы. А, я вас не вижу. Мне больно просто руки. Ладно, бывает. Все около. Не, ну я бы могла простоять еще подольше. Мне просто надо было подстелить полотенце под локти. Фух. Ну что, значит, рассказываю. Сегодня у меня была тренировка на петлях TRX. Вот они висят сзади. Опс. Вот так они выглядят. Вот. Ну, очень здорово, на самом деле, это такая функциональная тренировка, то есть и с прыжками, и с приседаниями, и с выпадами, то есть все, что только можно. Я могу показать сейчас пару упражнений, которые мне действительно очень нравятся на этих петлях. Вот, так что... Сейчас. Смотрите, я не знаю, как мне поставить камеру. Чтобы все видели. Итак, какие упражнения мне нравятся? Так, сейчас, секунду. Я попробую вам как-нибудь поставить телефон. Так. Ну вот, отлично. Значит, вот они петли. Можно регулировать длину, как вы хотите. Но мне нравится, например, выполнять упражнение, допустим, на ноги, да? Мы делаем пистолет, выпад назад, диагональный выпад, становая тяга. Возвращаемся. Сейчас я вам срегулирую. Нет, вот эти вот петли. Так. Смотрите. Значит, делаем пистолет. Выпад назад. Выпад в диагональ. Становая тяга. Пистолет. Выпад назад. Выпад диагонали, становая тяга. Так можно сделать 10 раз на каждую ногу. Вот. А следующее упражнение, которое мне тоже очень нравится, оно достаточно сложное. Вот, но я не делаю сейчас много повторений, потому что я уже час занималась. Я просто, как вы видите, просто вся мокрая. Может, и хорошо, что вы не видите. Вот, но сейчас я вам покажу еще одно упражнение, которое действительно... очень эффективное. Мы берем мяч, фитбол. Вот это, допустим, он 12 килограмм. Просовываем одну ногу в петли TRX. Берем мяч и начинаем. Поднимаем наверх, опускаем вниз, отводим ногу назад, делаем скалолаза, вверх,
Подъем. Вверх. Вот такого плана упражнение. Либо же мы просто приседаем и вверх, приседаем, вверх, приседаем, вверх. На самом деле упражнений миллион. Можно также делать руки, ноги, пресс, грудь, например. Следующее упражнение сюда покажу для спины. Подходим вперед. Подтягиваем. Подтягиваемся. Далее вот такой, например. Подтягивание. Далее вот такое раскрытие. Далее мы можем делать отжимания от петель. Подходим вперед. Отжимаемся. У меня реально уже трясутся руки, потому что нагрузка была большая до этого. Но, в общем, вы поняли. То есть мы берем, делаем отжимания. Поднимаемся. Вот. Ну и последнее упражнение. Покажу вам на трицепс. Это мы берем, подходим. Так, сейчас я вам покажу. Подходим вперед, поднимаем руки, вот, и начинаем сгибать, и чувствуем именно вот трицепс. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите мне. Так. Я считаю, что мало быть просто худой, да, ну как бы все, многие модели, они просто сидят на диете и как бы или мало кушают. И они худые. Мне кажется, нужно быть именно спортивной, здоровой и энергичной. То есть девочки, которые мало кушают, они, ну, у них нет энергии, у них нет там сияния в глазах, да. Я считаю, что спорт, он очень важен. То есть должно быть как сбалансированное питание, так и тренировки. И причем они должны быть разнообразные. То есть я, например, выполняю вот такие упражнения, как TRX. Это функциональная тренировка с собственным весом, которая помогает именно сделать рельеф, убрать там ненужный жир, да, так как пульс постоянно очень высокий. То есть у меня пульс где-то 185 ударов. Я контролирую, у меня есть вот такие вот, волшебные часы. Сейчас у меня, видите, 103. Вот, и когда я занимаюсь, поднимается до 185 ударов. Вот, то есть это такая очень хорошая функциональная тренировка. Также я выполняю, естественно, силовые для именно проработки рельефа. И бег. Вот, бегать я тоже люблю, но не очень долго, чтобы не сжигать лишние
мышцы. Крис, привет. Я тут держала планку 5 минут в начале трансляции. Поэтому я все такая красная. Вот, но было классно. Вот, так что всем спасибо за поддержку. Вот, я хочу сейчас сделать небольшую растяжку в конце занятия. И пойду гулять по магазинам. Я сейчас в Метрополисе. Вот здесь есть прекрасный клуб, называется World Class. Очень хорошие тренажеры и бассейн. Вот, поэтому... Что у меня такая рука накачанная, смотрите. У меня такое ощущение. Ну вот, в общем, как-то так. Ладно, все, я хочу дозаниматься. Я хочу еще сделать небольшие скручивания на пресс. Сделаю растяжку. И буду отдыхать, читать, гулять. Я очень люблю заниматься утром, потому что целый день еще впереди, и ты вроде как сделал уже воркаут. У меня хороший заряд энергии, хорошее настроение. И, в общем, все отлично. Все, всех люблю, целую, сохраню трансляцию. Если захотите посмотреть, пересмотреть, пожалуйста, welcome. И если будут какие-то вопросы, пишите мне в директ, обязательно отвечу. Все, всем пока.